Так, это Юпитер в Харькове. Ну, полосы видно даже на экране, да? Смотри, видишь ты на мониторчике? Угу. Полосы. В окуляр можешь глянуть ближе, тебе лучше будет видно. В Харькове 18 августа 2020 год, 19:51. Сегодня еще раньше вышли поснимать. Интересно, это пятно может это увидеть? Пятно на Юпитере? Ты знаешь, у меня не получалось. А откуда ты про него вообще знаешь? Где? Да, раньше астрономией я увлекался. Да ты что? Ух ты, интересно. Я про него совершенно случайно узнал не так давно. Ты знаешь, наверное, при каких-то условиях идеальных и можно, и при настройках правильных фотоаппарата. Потому как я вообще не думал, что можно полосу увидеть. Но ты видишь, оптика позволяет. Если хорошие погодные условия. Да, где-то это red spot. Так, это автоматические настройки сейчас. Сейчас чем выше он будет подниматься, это же он низко над горизонтом, соответственно он в плотных слоях атмосферы, через плотные слои атмосферы Земли мы его видим. А они загрязненные, мутные и плотные. Ты что будешь делать, никак я на тебя не наведусь хорошо. Куда пропал? Чем выше он встает, тем четче его видно. Но, к сожалению, контрастность увеличивается. Ну да, красного пятна там не видно даже в окуляр. Посмотри, окуляр еще неплохо видно полосы. Сынуля, ты будешь смотреть? Ну ты вообще выбрал время. Нет. Ладно, а где там Сатурн у нас? Да нет, ну даже на мониторе я хорошо вижу полосы, ты видишь? Сейчас интересно то, что всего два спутника рядом с ним видно. Два за ним. Справа должен быть Ганимед, ой, справа должен быть Каллисто и Европа. А прямо за Юпитером сейчас прячутся Ганимед и Ио. Ладно, следующим дублем будет потемнее. Сейчас надо просто показать, насколько еще светло. Есть небольшая дымка. Ах ты, много слишком. Не, ну, по-моему, прямо ощутимо по мере подъема над горизонтом. Иди на Юпитер глянь, сынок, на полосы. Кепку сними. Видишь? Вау, это планета. Ты что, упал что ли? Чего у тебя спина вся в песке? А ну да. Какой кошмар. Что, правда упал там? Нет. Какие
какие там планеты, когда тут стройка, да? Да иди гуляй, сынок, не переживай, я не расстраиваюсь. А где ж не вижу я ни Калиста, ни Европы, еще слишком светло. Да, в мае я так, в каком мае? В марте. Не, в мае. Я так был шокирован, когда при еще не зашедшем за горизонт солнце увидел Венеру. Светит Венера, вот там на западе, и солнце светит. Не, ну посмотри, ты видишь, его с каждой минутой все четче выше поднимается над горизонтом. Юпитер и полосы все отчетливее видны. Просто в динамике видно. А где же? А эту комету увидели, то что недавно обнаружили. Ты представляешь, я ее случайно заметил. Я ехал снимать парад планет, там, по-моему, 10 числа, да, 10 июля. Еду ночью снимать парад планет и вижу прямо перед собой такую расщелину в небе. Думаю, да что же это такое? Ну, я понял, что это не в облаках какое-то там сияние севера, а именно комета, сообразил. Ну, поснимал, получилось два дня ее поснимать, 10 и 11 числа. Есть на канале, можешь посмотреть. Ну, конечно, видео там плохо получается, светосилы не хватает фотоаппарату. А вот там на канале есть раздел сообщества, и в нем есть фотографии. Вот фотографии там кометы этой классные. Все-таки 125 крат увеличения, ну, хвост этот видно великолепно. Не увидели. Ну я говорю, я не знал, что она есть. Я просто ехал, я увидел в темном небе, что такое, ну, в три луны щеляка в небесах. В темном небе. А, вон уже видно, видишь? Два спутника. Это получается справа Калиста, потом идет Европа. Ну и прямо за Юпитером сейчас Ганимед и Ио. Ганимед и Ио, да? Калиста. Где это? Ты в школе увлекался астрономией? Я сам так решил увлекаться. Ничего себе. Я, ты видишь, под старости лет уже только. И то совершенно случайно купил себе фотоаппарат с увеличением 50-кратным и понял, что единственное, что с ним можно снимать толково на Земле, так это то, что не на Земле, а на небе. На Земле при больших увеличениях вступает это, ну, всякий городской смог, там аберрация от того, что горячий воздух над асфальтом, над городом поднимается. Так, ладненько. Сатурн не виден еще. В одном дубле его и сняли. Небо было красивое на закате. Сейчас посмотрим, раз здесь у нас Юпитер, значит, где-то вот здесь должен быть Сатурн. Пока не видно, наверное, слишком Сатурн блеклый, а атмосфера слишком плотная. Ну ладно, подождем. Еще дублик. Восемнадцатое. Елки, мне кажется, я его вижу. И у меня уже просто в глазах рябит. Вот он. Ха. Поймал Сатурн. Аллилуйя. Вот и чудненько получится в одном дубле и Сатурн, и Юпитер снять. Иди на мексиканца будем смотреть, сынок. Окей. Сейчас, подожди. Шляпки?
Ну, как без шляпки, мексиканец без шляпки, это что? Опа. Давайте в окуляр посмотрите, повысили. Сынуля, только кипель сними, ну ты ж козырьком этим сбиваешься. Ага. Да я его и так сниму. Вау. Он горячий мексиканец. А сейчас слева от Сатурна спутник Титан, но его что-то не видать. Меня спрашивали в комментариях, получалось когда-нибудь Титан увидеть? Ну, в окуляре я его видел. Получается, если... Вот буквально 3-4 размера Сатурна влево. Сейчас там как раз должен быть этот Титан. А получается, если... Сейчас я его даже в глазок. Если вот этот спутник Титан развалится на куски и упадет на какую-то планету, то получается, это будет атака Титанов. Прикольно будет, если нам не все на ход увидеть. Да не, ну это уже чересчур. До Луны, кстати, Луна сейчас будет в этом самом, впереди будет через 2 дня, на ближайшем расстоянии к Земле 363 тысячи километров. До Луны будет. Экватор на Земле 40 тысяч километров. То есть, типа 9 раз. По экватору мотнулся с Земли и попал на Луну. Но сознание остановилось на первом полюсе. Папа, а вот ты вот это сейчас с кем разговаривал, да? Да, это хороший анекдот. Ладно, поехали. На Сатурн еще слетаем. На Сатурн. Луна новолуние, кстати, сегодня ночью. Я сегодня утром перед работой снимал Луну, она вообще как ниточка. Я такой тонюсенького такого серпа еще Луны не видел. Так что то у меня уже какой-то огроменный ролик 20 минут получился. Получается, Луна по-настоящему сколько километров? 3000, ой, подожди, какой 3000? В диаметре, по-моему, слушай, ты меня в тупик поставил. Земля 12 тысяч в диаметре, это я помню. А Луна? 3000. Да, по-моему, 3000, да? Тоже такую цифру помнишь? У меня уже цифры из головы выпадают. Да, уже более яркие спутники стали. Ну, где же уделись? Так все было хорошо. И раб там зныкли. Комарики прилетели посмотреть. Вот они, два спутника справа. Каллисто самый правый, Европа левее, Юпитер. Ну и слева, касаясь Юпитера Ио, наверное, он уже зашел, а мы просто не видим. Видишь, он спутник? Да, вижу. Сейчас я тебе еще покажу второй. Может, в окуляр глянуть будет чуть. Вау, все так же размыто. Ладно, все, завершаем. Что у нас сейчас? 20:05 по Киеву, Харькове. 18 августа 2020 год. Огромный какой-то ролик. Сейчас с другими настройками поснимаю.